Мы находимся на 13-й станции Фонтана, на месте сгоревшего в 2018 году ресторана «Песок», где сейчас очень быстро выросло новое бетонное сооружение. В рамках акции «Морской патруль» национальный корпус наведался к зданию, утверждая, что у хозяина нет документов на строительство. Паперів на місці чомусь немає, не зрозуміло, хто працював. Як ми приходили, просто якісь кілька осіб працює, у них немає навіть копій паспорта, не то, що говоримо про якийсь там об'єкт чи що, що вони тут будують. Вони нічого не знають. Це ненормально. І взагалі ненормально, що йде будівництво в кілька метрів від води. На место прибыл и владелец здания вместе с документами на строительство. По его словам, рабочие фирмы «Арк Фонтан» занимаются восстановлением сгоревшего ресторана. И сооружение будет делать таким же каменным, каким было в прошлом году заведение «Песок». Строение имеет право собственности. То есть это не незаконный объект. Мы выкупили его, оформили на себя, получили декларацию на ремонтные работы. Что, собственно, мы и делаем. Мы, если вы посмотрите на фотографию, оно каменное. Мы восстанавливаем существующее строение. Активистов это заявление владельца не устроило, и в знак протеста они разрисовали здание баллончиками. Данная акция – это своеобразная просьба городской власти обратить внимание на стройку в нескольких метрах от моря. Лордя, можете комментировать свои идеи, пожалуйста? Мы просим, чтобы городская власть, которая говорит о том, что она заботится об одесситах, что она контролирует ситуацию с пляжами, обратила внимание на эту ситуацию и в нее вмешалась. Дальше зона ответственности полностью переходит к городскому главе Геннадию Леонидовичу Труханову. На аппаратном совещании горсовета мэр Одессы уже обсуждал проблему капитальных сооружений в прибрежной зоне. По словам Геннадия Труханова, стройки – это плохо, но понадобится немало времени, чтобы от них избавиться. Поломать это за короткий промежуток, причем люди оформлялись, подкреплялись какими-то решениями, в том числе и судебными решениями, правоостанавливающими документами. И это вопрос, здравомыслящие люди понимают, что это не одного дня вопрос. По словам представителей национального корпуса, данная акция будет не единичная. Подобные рейды по стройкам на пляжах проведут от 10 до 16 станции Фонтана в ближайшее время. Александр Явник, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».